Здравствуйте, я американский миротворец. Это я основал США, будучи преступником на исторической родине. Это я перебил в Америке бизонов и миллионы индейцев. Это я завозил рабов из Африки, чтобы работать в уютном офисе, не выполняя тяжелую физическую работу и хорошо жить. Это я создал Голливуд, чтобы еврейская мафия рассказала всему миру об итальянской, японской и русских мафиях и представила операции ЦРУ по захвату власти в других странах борьбой за справедливость и общечеловеческие ценности. Я сбрасывал гуманные бомбы с объединенным ураном на Белград в 1999 году. Я вооружал Аль-Каиду и ИГИЛ, чтобы запугать мир и манипулировать им. Я создал лучшие в мире масс-медиа, чтобы ЦРУ могло сделать 9-11, а все подумали, что это какой-то араб на осле. Это я грабил Германию, Францию и Японию в 45-м, Советский Союз в 90-м. Я граблю Ирак и управляю афганским наркотрафиком сейчас. Это я изнасиловал тысячи немок, сербок, африканок, японок и француженок. Это мне нужны демократические ценности везде, кроме моей родины. И за эти ценности я буду бороться везде, в любой стране, на любом континенте, в любом уголке земного шара, кроме США. Чужими руками, ценой человеческих жизней, но не американской. До последней капли крови, но не американской. В борьбе за демократические ценности вы будете помогать мне, хотите вы этого или нет. В действительности мне наплевать на какие-то демократические ценности. И не важно, что я делаю это исключительно ради зеленых бумажек, которые я также насадил по всему миру и заставил вас молиться на них. Я американский миротворец и буду творить мир таким, каким хочу я.